Эй, всем привет! С вами я, первый говорящий пес блогер породы китайская хохлатая. Зовут меня Тедди. И сегодня будет видео о том, что мне подарили на Новый год. Вкусняшки, так хочется их съесть уже. В общем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Нажимай на колокольчик и ставь лапку вверх. А мы начинаем! Первое и самое мое любимое, что мне подарили, это такие вот ломтики крольчатины, которую мне подарила подруга моей хозяйки, Надя. Ссылка на ее инстаграм будет в описании, чтобы она не обижалась. Вот такой вот подарок она мне подарила. К сожалению, единственный, но неважно. Далее, по моему выводу, по моему мнению, совершенно ненужные штуковины. Эти пакетики для уборки за собаками вообще не нужны, мне кажется, нет? Мне вот скучно, например, смотреть на эту фигню. Вкусняшки были и то получше. Она еще и по 20 штук, 3 пакетика купила. Представляете, 60 пакетиков. Офигеть. И зачем мне только за мной убирать? Да, кстати, та косточка на заднем плане, это та косточка, которую я не доела. Вот. Следующая вещь, которую мне подарила хозяйка, это вот такой вот ошейник, который сейчас на мне, голубой, с собачками, лапками и косточками. С бубенчиком также. На фастексе. Кстати, давай покажем бубенчик. Вот такой вот бубенчик, да? Да, вот такой вот бубенчик. Дальше он нам не подарил вот такие вот две игрушки. И обе они из Галамарта. Спойлер. Первое, это такие мячики, которые обычные, теннисные, с лапками, только продырявленные, в них вставлен вот этот канатик. Вот. Но я с ним ни разу не играл, только чуть-чуть покопал его. И вот такая конфета, которую я уже немного порвал. Ну, Галамарт оставляет желать лучшего. Она пищит в это вот... Вот это вот, что на нее повязанное, это все поверх этой пищалки. А еще я уже разлохматил все эти кончики. А эти мячики не издают ни единого звука. Вот. Следующее это шампунь от фирмы Fruity Dog. Значит так, скажу честно, многие говорят, что это хороший шампунь, очень вкусно пахнущий, вот здесь вот ямайский банальный, какой он там. И скажу вам честно, шампунь этот неплохой, шерсть моя стала мягкой и довольно-таки блестящей. Вот вы сейчас можете заметить, что она немного поблескивает. Ну, сияние такое издает небольшое. А раньше такого не было. Но, опять же, этот шампунь запах держит только во время мытья. Как только я высох весь, у меня не было ни... совсем был очень слабенький запах этого шампуня, несмотря на то, что он очень вкусный. И я, несмотря на то, что моя шерсть не воняет запахом псины, потому что у меня аллергенная порода. И все равно этот шампунь не очень долго сохранился на моей шерсти по запаху. Следующая вещь это консерва от фирмы Монж. Ну, я ее уже съела, она была с ягненками и овощами, я ее съела прямо в новогоднюю ночь. Вот, поэтому показать ее не могу, может быть, ставлю фотографию, если ее найду в интернете. Ну, в общем, если найду, ставлю вам фотку, какую мне подарили консерву от Монж. Там состав был так себе, но мне понравилось, она была вкусной. И последний подарок, это вот такой вот тоннель, он вообще для котов, из фикс прайса вообще. Здесь какой-то вот шарик с звенелкой. Да, со звенелкой, все уже поняли. И вот этот зеленый шарик, вот покажи, я его люблю грызть немного. Иногда с ним играю. Но вообще этот тоннель хозяйка покупала для занятий мини-аджилити в домашних условиях. И для просто команд. Он, конечно, короче, чем мы ожидали, но все же. Что ж, это были все подарки, которые мне подарили на Новый год. Хозяева и ее подруги, точнее подруга. И что мне подарила хозяйка? Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик и ставьте лапки вверх. Надеюсь на хорошую отдачу вашу, вот, и спасибо за 20 подписчиков. Моя новогодняя мечта исполнилась, спасибо вам, ребята. А я пойду доедать косточку.